Зовут меня Алла Репина. На участие в номинации «Персона года 2019» меня сподвигли мои коллеги. Живу и работаю я в родном городе Кириллове, Вологодской области, директором муниципального унитарного предприятия Управления туризма и народных промыслов вот уже более 10 лет. И работа мне моя очень нравится. В уверенное мне муниципальное предприятие входят гостиница «Русь» и ресторан «Сиверский». Город Кириллов – это один из крупнейших туристских центров Вологодской области. Главными достопримечательностями района являются Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь. На территории района создан национальный парк «Русский Север». Вот именно поэтому к нам и едут тысячи туристов, большинство из которых прибывают на теплоходах по Волго-Балтийскому водному пути. Основная задача нашего предприятия заключается в создании комфортных условий проживания наших гостей. Наш доброжелательный коллектив администраторов всегда поможет определиться с выбором номера, а также даст необходимую информацию о туристских маршрутах. Наши повара порадуют вас изысканными и разнообразными блюдами традиционной северной кухни. Вы по достоинству оцените соотношение цены и качества. Вместе с коллегами мы постоянно совершенствуем свое мастерство и качество обслуживания клиентов. Проводим работы по благоустройству номерного фонда. Большое спасибо хочу сказать своему коллективу, без которого мы не смогли бы добиться тех результатов, которые имеем сейчас. А нашим гостям добро пожаловать в Кириллов. Мы вам очень рады!